Соблюдать конституцию страны призвал король Испании Филипп VI в связи с планами властей Каталонии провести 1 октября референдум о независимости. Права, которые принадлежат всем испанцам, будут защищены перед теми, кто выводит себя за рамки конституционной законности и вносит раскол в общество. Конституция будет превалировать над любыми попытками раскола сосуществования в демократической стране. Конституция была и будет основой нашей общей жизни и свободы, фундаментом нашего прогресса и существенной опорой нашего членства в ЕС, заявил король. В свою очередь, председатель правительства Мариано Рахой заверил, что не против обсудить возможность реформы Конституции, но отметил, что приоритетом сейчас является ее защита. Премьер сказал, что каталонские сепаратисты пытаются положить конец ключевым принципам правового государства. Текст испанской Конституции, несомненно, не может быть неизменным, но все Конституции пишутся с тем, чтобы основной закон имел тенденцию к постоянству. Например, французская Конституция действует с 1958 года, немецкая с 49-го. Итальянская с 47-го, основной закон США с 1787 года. Ранее Конституционный суд приостановил действие документов, касающихся референдума, принятых на прошлой неделе в Каталонии.